ты покормит. И мне будет. Валера, виноват, Валера. А допомога це медичний центр. У вас хтось там працює чи там були його слізи? Можна то? Є вже сини? А це права такі? А пій. Та Віталік. Віталік, Аляль. Віталік, Аляль, з тобою. Та Діна. Ребят, не шатайте леса, пожалуйста. Молодой человек, руку уберите от леса, пожалуйста. Шатайте. Тут карусель получается небольшая. Спасибо. Так. Уверенно принял. Не принял, во-первых. Принял, вина обработал. Я же Один! Давай, давай, один! Ой, баштовой! Подайте ногу Антону! Андрюха, ой, господи, Андрюха, не пойду, спасибо. Ну и как тебе, Япон 7? Крушу, блядь! Главное, что гигабайт. Что-что? Еще не 16 гигабайт. А, ну да. Что, два уже? Четыре? Четыре-ноль? Три, вот это ты меня меняешь, и команда плывет. Когда тебя не меняют, команда не плывет вообще. Брат, ты перчатки взял? Кого? Я, братик, а перчатки взял? Я не понял. Я шутку не понял. Нужны сейчас это будет. Я не понял шутку, Дим. Футболисты. Ну а кто мы? Так, кто футболист, а кто пропитал? Кто устал? Паша, а что тебя не видно? Паша, ну, говорю, что тебя не видно? Прямые оскорбления в свою сторону я точно не воспринимаю. Да не ты, Паша. Прошу спуститься с этой лестницы. Да. Вниз голова. Я, конечно, человек юморный. Что же это только начали? Никто не забил. Витя, кто забил? А тебе кто забил такой красивый голос с центра поля, а? Не знаешь, да? И... Такой красивый вообще, такой смачный. На нашем смена. На нашем. Я аж расстроился. Ты видел, как я там вытащил, когда там было уже на воротах? Один. Нет, не видел, Вич. Когда ты в типа втулился вместо того, чтобы играть? Когда? Ну, когда ты в типа влетел. Так я в мяч. Ну, ты в типа влетел, Вич. Ну, ты можешь это называть как хочешь, но ты влетел в типа. Слушай, по-моему, четко. Четко. Четкости в плане. Размытая. Уже это? Да, ну. Витя, у тебя раз фокус. Валера, место сзади. Ты у меня спрашиваешь? Давай, Вова, зови. Я тебе говорю, у тебя раз фокус. Думаю, что хочешь на эту тему. Видишь, раз фокус, типа зум, туда сюда двигай. Просто все. Витя, у тебя гарантия уже прошла на эту камеру? Нет, но там нет чека. Там есть написано дата покупки на гарантийном талоне, а типа чека.
Какой? Там спина, все нормально, он дышит. Все можно? Удара! Сканирую. Давай, Деня, давай там заостри как-то. Обостряй, остановить. Оп! Оп! Смотри! Хорош! Хорош! Иди забивай! Эмоциональный сегодня, да, тренер? Андрюха, ты скажешь фразу вот волшебную тренерскую? Саня! Андрей, ты скажешь волшебную тренерскую фразу? Какую? Ну, ты, тактический этот ход, который применяется в Ливерпуле. Ну, выжигать, вот ты им скажешь? Только когда Витя будет играть, крикни. Витя туда этот, погибнет там. А, ты уже все не играешь? Я сдал лучший бомбардир. Бомбардир. Хорош! А что случилось-то? Ты сломался, Витя? Женя! Я не сломался, просто я дал дороги человеку, который более полезен, чем я. Вова, ну, тут ты мог бы и мне уже в таком случае даже бы дать бусы. Вон Дима стоит. Ты хоть играешь. Мне было тяжело. Спокойно. Я хоть в баскет могу играть. Ну ладно, на баскете и поле, конечно, меньше. Это единственное, что... Ну, в следующий раз не будешь спать днем, слышишь? А то выспишься. Тут надо, короче... Мы тоже можем. Повторчик нужен. Этот, выспишься днем, понимаешь, и потом ты до 5 утра не спишь, конечно. Даже я это система вар. Вар, что? А, я понял. Типа по второму футболе. По-моему, там пересек линию. Не факт, ну не обязательно, чтобы ну, он может пересечь, но надо, чтобы полностью уж вышел. Не-не-не, только пересек. Да, да, да. Но у нас по правилам нужно, чтобы полностью. Можешь у Витяна спросить, он не даст соврать. Если мяч полностью переходит линию, тогда это аут. А так нет. Витя, записывай. 4-я минута. Ты что? Это не наше. Артур есть! Прокурент? Если мы сегодня выиграем, минута какая? 4-я. Так, серьезно. Ты услышал фамилию? Разъебали лавку. Витя! Ну какая разница, все равно даже. Может, цензурируемся. Витя, у нас сама цензура, понимаешь? И вообще мы просто культурные с вами втроем ребята, правильно? Не знаю, что вы там подумали, но я сказал, разломали, пацаны. А, ну да. Поэтому YouTube. По контексту оно так и подходит. Внимание, ютуберы. Слово было сказано, разломали. Блогер. Витя, а тебя не смущает? А тебя не смущает, когда футболисты стоят и всякие гадости говорят. Топовые словечки базарят, они не фиксируют камеры? Ну, понятно, что же фишка вся в том, что это ж не мы, а они. То есть наша культура и эстетика не страдают от этого, правильно? Ну, трехлетний ребенок, если будет смотреть, то ему будет... То он уже станет 30-летним, пока он досмотрит, типа, да. С бородой и себе. Да, и с пивом в руках. Опа, какая передачка, ё-моё. Одесса, все, снимаем, блин. С пивом Оболонь. Лучшее пиво в Украине. Спонсорский показ. Лучшее.
О! 18+. Бутылочка пива Абалу может расслабить ее после рабочего дня или придать энергии с утра на полный день. Абалу. Полный день, полная ночь. Как она будет? Один район, один одна страна. Боже, я разработал только что слоган Абалу, не поймешь. Больше здесь надо Андрея снимать. Андрей, я тебя снимал, прости. Я думаю, что там нету заявки. Ну, спасибо. Ё-моё, 50 очей. Я не тебе это сказал, слышишь, ты. Вот он, Олег, победитель. Легенда. Восьмая. Один. Андрей, заряжай их, давай. Где барабаны? А что Андрюха в таких ситуациях делает? Ну, как правило, это либо исключение на очень большое количество матчей. Ну, проще говоря, где-то год ты не будешь играть, понял? Вот. Ну, подождешь, можешь потом заходить. Либо... Девятое. Либо дисквалификация и... А? О, подружка, подружка! Ой, блин! Ты, Андрей Андреевич. Андрей, я тебя как ассист ставлю. Ну, он признал свое поражение, так что не трогай. Спасибо, что не упал, я красный удар. Андрей, ассист на тебе, все. Чё, без ошибок нет голов? Мои ворота. Да. Я принял мяч, решил Диму обыграть. Зачем решил, не знаю. Я тебя трогал. И бежал его вот так вот держать. Не, я тебе сказал спасибо. Почему ноль? Там один гол был ваш. Андрюх, не в сухой, не в сухой. Шесть один. Не, надо. Вот, блин. Вот, блин. Я надеюсь, он там не остался. Он там остался. Ты видишь его? Нет. Но я вижу, что он попал в воду, понимаешь? Он или на машине, что вряд ли. Ну, конечно, он за забором. Андрей, там вода на машине, он в воду упал. Вода имеет свойство останавливать. Я понимаю. Сопротивление, все дела. Сейчас будет это верить.
Ну, да, окей, Андрей, она за машиной. За машиной? Я в этом уверен. Нет, так ты посмотри, тебя же видно. Нет, мне не видно. Диме, может, видно есть. Кирилл, не так, посмотри возле машины. На ней нет мяча. Давай, давай. Все, спасибо. Гена, ты оказался неправ, я оказался прав. Хорош, Миша, ты! Если ты оказался прав, мне бы это стоило 5 дней. 5 дней строгой колонии? Пять дней заключение строгого режима. 5 дней съемок на Афеле. Отрабатывать будем, и Родовский, и курортник. Стефанишин лучший. Тарас, man of the match. После жереза. После Вити. Ты понимаешь, что с Витей никто не сравнится? Витя, one love forever. Витя, почему ты за Косово, но у тебя футболка с Турцией? Ты совсем обалдел? Ты хоть понимаешь, насколько это религиозно неправильно вообще Косово и Турция? Поправляет ее, проверяет, турецкая или нет. Да, Андрюх, я был неправ, ты прав. Витя, ну не пались так. Витя, а почему там написано изучение рака, Витя? Real life for life. А почему Шотландия и... Ну, в принципе, да, Шотландия же скоро станет уже окончательно мусульманской. Еще пару лет такой миграции, конечно. Никаких протестантов, ничего себе. Вить, ну ты если будешь взрываться где-то здесь, ты скажи заранее. А то нас за взрыв на ютюбе заблочат. Чтобы я видео не снимал. Дима, хочешь получить инфаркт? Хочешь получить инфаркт? Сейчас, Андрюх, секунду. Альфат? Альфа. Не, альфат ты от Вити получишь. Это что у нас тут? Это... Смотри. Смотри. Андрей. Пробивай! Одну игру сдавали, ребенок? Я не знаю, Андрей, мне никто ничего не сдавал. Блять, крутой спорт! Андрей, деньги. Я про инфаркт говорил. Альфат от Вити будешь получать. Это что у нас теперь? Садимся, мертвы, наши ты веры. Дрыга? Хорошо. Витя, давно ты вообще мусульманин? Знаю, спасибо. Рефа, сколько осталось? Не, ну насколько ты просто лежала и отдыхала. Алло. Это то, что ты спала 10 минут, это еще ничего не значит. Ну, надо активничать, значит, чтобы ты в 5 утра не ложилась. Что-то активное делать, а не вот это вот тюленничать. Чё так спинку уже напекло? Хорош, Марк! Ты просто счастливо подошел, 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 подошел.
17 минута, Витя. 17? Андрюх, надо было делать шире штрафную. Так пенальти или нет? Еще 13 минут играть. Назик, дай точку. Там точка, не? Хорошо. Давай играть. Так бы ты пошла Брат, у нас вода съездит, да? Сколько нам сегодня? Дим, какая минута? 48-я. Спасибо. А у нас? 53-я. Лёха, бей! Халява. Напасненько, да? Не все равно. И не такое лови. Один раз на женщину уронили, короче. Штуких. Да, да, да. Ну, они фиг стоять под лесами. А когда такой ветер шквальный, ну, типа, я понимаю, что я, типа, держу свой штатив, а тут начинает... 50! Тут начинает улетать Витин штатив, понял? Короче, я его не успел просто поймать, потому что я свой держу еще правильно стоит. И пытаюсь собираться. Ну и, короче, он девушке в голову прилетает. Ну, типа, она здесь не должна находиться, поэтому... Ну, я извинился, короче. Ну, по сути, это лиса. Типа, опасно стоит. Фен, движение сам. А дай мне люди быстрее, забьет. Давай, забивай. Богато, Сань. Дима, спина. Руслан. Вовремя. Олег, спокойно, не понял. Разводай сюда. Быстрее. Вон два мяча твои нашли. Отдавай, Олег. Спасибо, Кость, спасибо! Оставляй там, Кость, оставляй там!
По тобой, Игорь. Давай. А тебя приятно. Манишку возвращаю. Возвращай, Дима, манишку. Я стирать не буду. Потом один стирать. Ну, постирай, давай. Витя. 52-я. Да, конечно, ну что, ты чего, мой брат свадьбу вчера была только у. А ты чего, брат, на юрака? Я вчера всю ночь, только дома пришел, брат, в 7 утра. Ну, ну, еще. Хорошо. Трепится солнце какое-то, за сюда сейф ходит, понял, я был. А, трепится солнце? Да, да. В этом свадьбе тоже. Вот, и мы-то у нас там ходим. Можно мне так? Ну, просто попозже, знаешь, провоцирует делать мне. Я бы никого не говорил, а он специально, что он по приколу. Уже второй раз, вторая игра, кстати. Вторая игра, он тогда провоцировал, не бегал, теперь сейчас вторая игра. Я же его не трогал. Скажи, Тропинское солнце, классное, удобное место? Красиво. Ой, кстати, вкусно. Там второй зиму там я дрочек, понял, исполняю. Ну, специально, понял, дрочек. Он мне тогда говорит, ты больше не забьешь, ну, 4 дал. Дима, какая же у тебя широкая спина, я просто... Я уже встаю. Витя такой узкий, типа, ну... Я знаю, что проблема. Нет, я знаю, что проблема, и проблема во мне. Футбол футболом. На самом деле. Ты тут не при чем. Может, даже шаг назад сделать. Я что не говорю, там прислонить. Твоим, братан, это мои, которые я 10 лет. Витя проиграл, Артур. Это основные типы, которые занимались 10 лет футболом. Витя, 53-я. Витя, Дрюня, а где Витя? Где Витя? Кто забил только что? Хорош, Гриша, хорош, шире. Антон, двигайся, никто не встречает, ток, вообще никто. 53-я. Хорош! Там, Олег, назад. Олег! Нормально. Отлично. Лучше. Короче, зеленые сдались полностью. Кто? Тебя? Ну, мне просто тоже зеленые сдались уже полностью. Понял, но типа. Мне уже все, не хотят делать. Что я начинаю сомневаться по поводу нашего президента. Иди в мораль. Паш, выходи оттуда! Сейчас его в елку! Автоголы такого побежат. Витя, 54-й. Паш, может. 54-й Спасибо, Назар! Спасибо, Лестер! Спасибо, Дима!